Иногда нужно быть осторожным в своих желаниях. Брещане очень ждали лето, жару, и вот она пришла. Уже более недели днем столбик термометра не опускается ниже 27 градусов, а палящее солнце нередко влечет за собой не очень приятные последствия. Водители ощутили приход жары, как никто другой. От духоты в машине иногда не спасают даже кондиционеры. Тогда на помощь приходят люди в форме. Так, сотрудники Брестской госавтоинспекции провели акцию, в рамках которой раздавали автомобилистам холодную воду, а также провели профилактические беседы. Участники дорожного движения, как никто другой, чувствуют на себе последствия данной погоды. Быстрее утомляются, конечно же, ухудшается концентрация внимания, а также быстрее утомляются данные участники дорожного движения. Госавтоинспекция советует всем автолюбителям не ездить на длительные расстояния, а, конечно же, лучше использовать короткие поездки. Если же избежать длительного пути невозможно, госавтоинспекция советует проверить техническое состояние транспортного средства перед поездкой, запастись прохладительными напитками и, конечно же, смотреть за своим физическим состоянием. Такая акция доброты от инспекторов дорожного движения поначалу вызывала у водителей чувство подозрения. А вдруг что-то нарушил? Но впоследствии такой жест только приветствовался. Мы вам вручим воду. Обязательно возите с собой необходимое достаточное количество прохладительных напитков с собой. Держите вам. Спасибо. Надо так же само открывать окна для того, чтобы продувалось помещение. Если есть кондиционер, ну всегда должен он быть, чтобы так же само, потому что вдруг получишь еще солнечный удар, и ну как бы потом будет все плохо. Так что надо как-то всего этого придерживаться. Обязательно, да, воду, если в машине нет кондиционера, воду холодную обязательно берешь, бутылку воды холодная, останавливайся где-то в тенечке, если есть возможность где-то умыться холодной водой. Очень болят глаза, если долго ехать, конечно. А так, в принципе, едешься потихонечку и все. Окна открываем, кондиционеры включаем. Сотрудники ГАИ продолжат оказывать помощь водителям в течение всего жаркого периода. Но и владельцы автомобилей тоже должны отдавать себе отчет и планировать свою поездку заранее, чтобы яркое солнце вместо летнего настроения не принесло беды. Александр Богданович, Александр Воронин, Юрий Лемонтович, телекомпания БУК-ТВ.